Меряем примерно 30-40 сантиметров. Складываем пополам. Теперь берем новый образовавшийся конец. Получится вот такая удавочка. Теперь в эту удавочку заново проводим шнур внутрь себя. Теперь выбираем побольше пространство в большой удавке, складываем его пополам. Получается вот так. И теперь одеваем это на шпулю. И затягиваем. Ну, все. Все готово. Получилась надежная самозатягивающаяся петля, которая будет способна удержать рыбу даже в том случае, если шнур будет вымотан под ноль. Вот. Наматывается, никуда ничего не крутится. То есть, как оно и должно быть. Срезать вот этот ненужный хвостик.